Добрый вечер. В эфире «Вести Карачаево-Черкесия», в студии Руслан Джукаев. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов по приглашению главы Адыгеи Мурата Кумпилова принял участие в мероприятиях, посвященных развитию образования, в том числе в рамках исполнения послания президента России Владимира Путина, объявившего этот год годом педагога и наставника. Мероприятие прошло с участием министра просвещения страны Сергея Кравцова и глав субъектов СКФО. Гости приняли участие в церемонии открытия очередного всероссийского конкурса среди мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций России «Мастер года». Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял эстафету проведения финала всероссийского профессионального конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы» в 2023 году в Карачаево-Черкесии. Сегодня в общественной палате обсудили послание президента Владимира Путина Федеральному собранию. Председатель общественной палаты республики Елена Лешова напомнила об основных составляющих послания президента страны, в частности, о создании специального государственного фонда, который будет помогать участникам СФО и членам их семей. Разработана программа льготного арендного жилья для работников оборонно-промышленного комплекса, бесплатной газификации и модернизации системы ЖКХ при поддержке малого и среднего бизнеса, образования и медицины. Также участники мероприятия обсудили меры социальной поддержки граждан и другие вопросы. Во-первых, президент поручил создать специальный государственный фонд, который будет помогать ветеранам и семьям погибших участников СВО. Мы все с вами тесно работаем в этом направлении, но хотелось бы еще больше усилить нашу с вами работу. Поэтому, несмотря на то, что за каждой семьей закреплен куратор у нас в республике, и об этом же говорил президент, да, я думаю, что мы также очень тесно работаем и с семьями, и с военнослужащими, как и вдовами, так и, соответственно, семьями, которые потеряли своих детей. Поэтому давайте не оставаться в стороне. Эти семьи должны чувствовать доброту, заботу и внимание. Сохранение традиций казачества под таким названием в Черкесске прошел круглый стол. В Общественной палате республики обсудили новые формы и методы работы с казачьей молодежью. С докладом выступил член Баталбашинского казачьего отдела Кубанского войскового казачьего общества Игорь Дейдименко. Вопрос сохранения и передачи молодому поколению казаков обычаев, традиций, культуры, воспитанию, патриотизма обсудили члены Общественной палаты, представители образования и науки Министерства по делам национальностей и массовым коммуникациям, а также печати. Говорили о важности сохранения исторической памяти и знания культуры большой и малой родины. Наши дети, по большому счету, я проводил небольшой анализ и смотрел, что наши дети не знают наших былинных героев, они не знают наших национальных сказочных героев, они не знают, скажем так, сказания народов, где проживают. Зато они хорошо знают, кто такой Человек-паук, они знают, что такое планета Марвел, или как она, галактика Марвел называется, и кто в ней существует, и каким образом. То есть вот надо наших детей все-таки вернуть в наши традиции. Как говорил наш президент, в том числе в одном из своих выступлений, что традиции – это корень народа, обычаи – это сила народа, и без них у народа нету будущего. Поддерживаем наших бойцов делом, словом и песней. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов выразил слова благодарности артистам республики, которые побывали в зоне специальной военной операции и поздравили с Днем защитника Отечества солдат и офицеров российской армии концертом живой музыки. Были организованы выступления артистов на языках 5 народов региона для нескольких сотен военнослужащих. В подарок празднику артисты привезли не только любимые песни, но и гуманитарные грузы с предметов первой необходимости. Причем сформирован груз за счет средств, собранных на благотворительных концертах в республике. Рашид Тимрезов отметил, что поддержка сегодня крайне важна для бойцов из Карачаева-Черкесии, которые, конечно, были рады услышать песни на родных языках в живом исполнении. Ведь песня и жить строить помогает. Придает сил, наполняет верой и надеждой на лучшее. Большое спасибо хочу выразить ансамбль Карачаево-Черкесии. Очень это нужно для поднятия боевого духа, чтобы отвлечься от повседневных будней. Вот. Зацепила музыка вот эта вот кавказская, четкая. Вообще отлично. И серьезные были вещи. Тоже нужно. Спасибо за подаренные эмоции. Большая вам благодарность.
Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-18. Температура ночью 0 плюс 5, в горах до 5 градусов мороза, а днем 6-11 выше нуля и местами до плюс 5. В Черкесске ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 3-5 выше нуля, днем 7-9 градусов тепла. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-9200. Потерял работу и образовались большие долги перед банками. Коллекторы звонили и приезжали круглосуточно. Компания «Бизнес-юрист» помогла списать долги через банкротство. Теперь вот, начиная новую жизнь. Вакцинация от полиомиелита детей продолжается в школах и детских садах республики. Планируется вакцинировать детей в возрасте от 3 месяцев до 10 лет. Как отмечают специалисты, необходимость проведения дополнительной иммунизации связана со сложившейся эпидемиологической ситуацией в СКФО. По словам медиков, в последние годы снизился уровень коллективного иммунитета к полиомиелиту среди детей из-за отказов родителей от проведения вакцинации. Мы ведем разъяснительную работу среди родителей, и многие понимают важность вакцинации, отмечает директор 13-й гимназии города Черкесска. Угу, этой прививке подлежат только дети до 10 лет включительно. И по школе у нас в районе 340-350 детей подлежат вакцинации. На сегодняшний день, с уверенностью могу сказать, больше половины написали согласие на прививку. Отказываются в основном те, у которых есть в наличии от 5 до 6 прививок. Вот такая категория детей, они могут уже не принимать, потому что организм уже имеет достаточное количество прививок. Состоялась премьера второго полнометражного фильма, в котором все от руководства до проекта и заканчивая там техническим персоналом являются жителями Карачаево-Черкесии. В Черкесске многочисленной зрительской аудитории была показана семейная комедия «Испытание аулом». В ней затронуты актуальные для современного общества проблемы. Подробности у Артура Мхце. Задолго до начала киносеанса в фойе Центра для одаренных детей «Спутник» весьма оживленно, а в зрительном зале яблоку негде упасть. За последнее время в Карачаево-Черкесии подобного ажиотажа не было даже вокруг популярных отечественных и зарубежных фильмов. «Испытание аулом» – второй проект, реализованный в республике исключительно силами собственных жителей. Поднятые в нем проблемы актуальны не только для нашего региона. Поднимать их нужно именно с помощью искусства, с помощью волшебной силы кино. И очень приятно, что сегодня такие проекты пользуются популярностью. Об этом говорит и полный зал, об этом говорит и реакция, поддержка, которую мы получаем на федеральном уровне. А надо подчеркнуть, что этот фильм снят на средства федеральных грантов. И уверен, что тот факт, что этот фильм у нас снимался и как учебный проект, то есть мы пока снимали фильм, обучили большое количество молодых специалистов, для нас дает мощную платформу, чтобы мы дальше продолжали это направление. Карачаево-Черкесия постепенно становится регионом, который позиционирует себя как место не только проката фильмов, но и их производства. Практически весь творческий коллектив, от режиссеров до технического персонала, это, можно сказать, воспитанники собственной школы кино. По словам креативного продюсера «Испытания аулом» Эльдара Алиева, для большинства участников проекта это был первый столь серьезный опыт в кинематографии. Сперва кастинги, затем съемки в течение 35 дней и ночей, и, наконец, доведение сырого материала до готового продукта, за который не будет стыдно, которым можно гордиться. Изначально фильм начинался как родной язык, но потом в процессе организации мы переросло это вот такую детскую семейную комедию «Испытание аулом», где также есть те темы, которые мы хотели затронуть, да, проблемы языка, проблемы там взрослого и молодого поколения. Это все мы постарались передать и показать в нашем фильме.
Главный герой, которого играет 13-летний Амир Кумратов, живет с родителями в Москве. На лето он приезжает к дедушке с бабушкой в Ногайский аул Кызылтагай. Не обошлось без трудностей, однако испытание пройдено успешно. Он завел себе там друзей и захотел научиться кататься на лошади. Его начинает учить дед. Был один момент, я должен был по сценарию упасть с лошади. Один раз я зацепился за повод, короче, и чуть под лошадь не угодил, вытащил ногу и нормально упал. Сохранение национальной культуры, родного языка, семейных ценностей, уважение к старшим – все это есть в испытании аулом. Юный герой учится, набивает шишки. Как говорят создатели ленты, у них есть задумки для съемок нового фильма. И опыт успешной реализации нынешнего проекта будет как нельзя кстати. Артур Мухцы, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия. Первый турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера России Юрия Срапиловича Чумаева прошел в его родном селе Новая Джигута. Юные спортсмены со всей Карачаево-Черкесии показывали свое мастерство на татами в 10 весовых категориях. Подробности у Аллы Качиевой. Юрия Срапиловича Чумаева, который более 40 лет своей жизни посвятил самбо и дзюдо, не стало 3 года назад. С самого детства он буквально жил в спортзале аула Новая Джигута. Сначала сам занимался спортом у Сефара Меликаева, а спустя годы продолжил дело своего тренера. Тренер, он очень одаренный. Он знал отношения детей. Он умел ребенка на такую тему поговорить, что он с улицы мог привлечь к спортивным занятиям. И в основном нету такого ребенка в Новой Джигуте, чтобы он не занимался спортом. Вклад Юрия Чумаева в развитие дзюдо и самбо Карачаево-Черкесии неоценим. Заслуженный тренер Российской Федерации воспитал целую плеяду именитых спортсменов, больше 60 из которых выполнили норматив мастера спорта. Пилял Байчоров, Борис Лайпанов, Рамазан Малсюгенов, Кемал Каитов не раз прославляли республику, страну на рассоревнованиях различного уровня. Призер чемпионата мира Пилял Байчоров вспоминает своего строгого, но в то же время доброго педагога, который являлся не просто тренером, но и наставником по жизни сотни мальчишек. Сегодня к ученику Юрия Чумаева тренироваться ходят около 80 детей. 13-летний Тимирлан Коджаков – один из них. На турнире он показал лучший результат. Я ежедневно хожу на дзюдо. Это очень важно в развитии человека. То, что я сам прошел, стараюсь вот это передать. То, что мне тренера, в первую очередь Юрий Срапилович, в дальнейшем Майкопская школа. И вот этот опыт я стараюсь передать своим воспитанникам. Успех в спорте – 1% таланта, 99% упорного труда, говорил Юрий Чумаев. Его неравнодушие к здоровому образу жизни, к спорту, к будущему высоко ценили друзья и односельчане, которые и организовали данные соревнования. Это был ярчайший человек, человек-фанатик, человек, влюбленный в свое дело. Он настолько умел зажигать детей, практически, можно сказать, он был вторым отцом. Дети очень любили, уважали его. Среди его учеников много достойных людей. И я очень рад, что сегодня в память о нем, вот сегодня огромное количество детишек собралось. И эти дети – наше будущее. Ну, Юрий Срапилович, наверное, нет таких людей, кто его не знал. И я в том числе, я его, можно сказать, вырос у него на глазах. Очень много поездок мы совершили совместных, начиная прям с юношеских лет и до уже взрослого спорта. Ну, очень с положительной стороны я его знал, как бы... Он за нас был горой, как бы мы куда бы ни выезжали, на СКФО, там раньше был Южный федеральный округ. И мы были под большим крылом, как говорится, Юрия Срапиловича. Победителей и призеров соревнований наградили кубками, грамотами и ценными призами. Организаторы надеются, что юношеское первенство республики под дзюдо памяти Юрия Чумаева станет традиционным. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Жигутинский район. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение сериала «Лимитчицы». Всего доброго и до встречи в эфире.